И Вера не без греха. Брежнева мстит Меладзе интрижкой с Киркоровым за измены с Герцек. Жена отплатила Константину той же монетой. Не первый месяц в сети и СМИ обсуждают роман Константина Меладзе и Эрики Герцек, а также его развод с Верой Брежневой. Последняя, судя по всему, тоже виновата в происходящем. Певица намекнула на интрижку с Филиппом Киркоровым. В интервью для YouTube-канала Макарена Вера отметила, что у нее теплая переписка с Филиппом Киркоровым, который подписан у нее в телефоне «Филиппка». На фоне вышеупомянутых слухов это уже наводит на определенные мысли. Однако есть еще несколько интересных фактов. Еще совсем недавно рок-король буквально бегал за Ольгой Бузовой, добиваясь то ли ее дружбы, то ли чего-то большего. Совместные проекты, отдых, видео в Instagram и даже появление на публике звезд связывало многое. В один момент это прекратилось и довольно резко. Что же могло повлиять на отношения артистов? Возможно, Брежнева, решившая отомстить ветреному супругу и закрутившая роман с Филиппом. Даже презентацию линии обуви от Веры Киркоров не пропустил. Он появился на мероприятии и всячески добивался встречи с виновницей торжества. Несколько месяцев назад СМИ разорвала новость о том, что Брежнева появилась на публике без обручального кольца. Вероятно, именно в этот период она начала добиваться внимания Филиппа Бедросовича, с которым и так давно общалась. В совокупности все вышеперечисленное дает почву для предложений. Вера, судя по всему, тоже не без греха и виновата в разводе с Константином Меладзе.